он. Это сушильный шкаф? Да, сушильный шкаф. Температура 50 градусов, это температура плавления масла сливочного. Ставим на один? На час. На один час. Так, где мы идем на шейкер? Это шейкер. Ну это, да. Что делать? Встряхивается. Встряхивается. Перемешивающее устройство вообще. И сколько так мы должны его встряхивать? Минуту две. Сколько по времени будет делаться анализ? 67 минут. 67 минут?